Ну что, продолжим наш путь. Видим, что вот густо тут усеяно электрами. Вот, но мы уже здесь разобрали всех зомби, поэтому проблем быть не должно. Вот. Ну, как бы такое впечатление складывается о дикой территории, да, что здесь все так тихо, мирно, ровно, легко и непринужденно. Вот, это впечатление очень обманчиво. Очень. Вот. Ну, к сожалению, доказать это сейчас я не могу. Это надо просто немножко позже сюда прийти. Вот. И посмотреть, насколько одна и та же локация бывает разной. Вот. О чем я вообще говорю? Дело в том, что вот. Ну, первый заход, он такой относительно легкий, то есть противников здесь мало. Ну, там какая-то нежить ходит там по своим делам, которую мы уничтожаем. Вот. А дальше уже приходят серьезные, действительно серьезные противники. Вот. Приходят сюда снорки, приходят псевдособаки и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть локация оживает. И здесь уже не все так просто и очевидно становится. Так, нацепим-ка мы, наверное. Вот эту штуку. Уже где-то строчит автомат. Ну, мы сейчас сохранимся. Значит, ну, будем двигаться в сторону вертолета. Вот пока помоем маску и немножко порассуждаем. Значит, добыли мы рецепт на электробусы. Вот. Но, как вы знаете, добыть ингредиенты, да, то есть вот почка электрохимеры, рука контролера, жвала кровососа, это непростая задача на Добарии, хотя бы по той простой причине, что эти монстры встречаются довольно редко. Вот, но с последней там или предпоследней допы вроде как завезли такую запчасть, как почка электрохимеры мяснику, за большие деньги. Вот. И это очень, на мой взгляд, правильно. Почему? Потому что, ну, ранее получалась такая ситуация. Мы были вынуждены идти на армейские склады, добывать там почку. Вот. Потом мы, как бы, у Круглова могли узнать путь на армейские склады. То есть, на мой взгляд, это вот последовательность нарушена была. Сейчас мы, имея доступ на Добарье, да, можем ходить, добывать все необходимое для того, чтобы продвигаться дальше на север, открывать, узнавать новые пути и так далее, так далее, так далее.
Вот, то есть немножко вот лучше стало, на мой взгляд. Так, посмотрим, наши друзья тут не скучают. Все на месте, молодцы. Сидят вон с автоматами. Ух. Сталкер, помоги. Не хочу. Так. Ну, видим, что относительно спокойно, вот не тарахтит автомат бандита. Значит, вот, ну, не слышим мы, да, стрельбы. Это значит, у бандита все хорошо, зверушек немного. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что их немного, потому что вот... А нет, вот сглазил. То есть только сказал и тут же начал тарахтеть автоматик. Ну, значит, не все так просто. Ну, будем надеяться, что он справится. Вообще, я болею, конечно же, за бандита. Хочу, чтобы именно у него там все сложилось удачно. Чем больше он перебьет зверушек, тем мне лучше. Что-то как-то, ну, вообще тихо тут стало. Чувствую, в следующий раз будет мне тут на орехи. Ладно. Возьмем обычную дробь. Видим сразу, да? Я только она подбегать начала, уже сразу такой уровень. Пси шарахнула. Ладно. Все на месте. Так. Больше я не понесу.